стремительный рост биткоина в 2017 году. Барри Силберт, сооснователь и генеральный директор Digital Currency Group, отметил, что объемы торгов резко возросли. Оценивая обменные курсы, Силберт пишет: «Лучшее в инвестициях в 19 биткоин-блоков по всему миру – это то, что мы можем оценить их месячные объемы. Многие клиенты банков неизбежно перейдут на биткоин во избежание чрезмерного контроля со стороны банков и правительства».